Я лежал. Хорошо. Это точная информация. Слушайте, они нападают, как в этом правый сектор заявляют пустой. Были сначала мирные демонстрации, мирные акции протеста. Мы хотели перед регионом самоопределиться, выбрать свой путь развития дальше, с кем нам быть, дальше, где, что и куда. Нас никто не слышал. Пришлось уже приходить к таким как бы мерам действия. Ну, вы и понимаете, все. Каждому из нас грозит огромный срок
что, наверное, даже не дали такого, да? Я тебя в этом самом найду. Мы ночью делали, вот те же три баррикады, это мы ночью делали. Ну и суд до ларька я. Это колеса. Пройти.
так. Давай, я сейчас и так с вами.